Самые эффективные упражнения для снятия боли при пяточной шпоре или боли в голеностопе. Казалось бы, это две разные зоны, голеностоп и пятка, но одни и те же упражнения работают на то, чтобы убрать боли там и там. Меня зовут Сергей Длин, я руководитель клиники лечения позвоночника и суставов, врач-невролог, остеопат, специалист по превентивной медицине. Первое упражнение. Для упражнения нам понадобится любая резинка, это может быть эспандер, например. И оно будет направлено на то, чтобы разгрузить все мышцы голеностопного сустава. В том числе мы будем разгружать большеберцовую мышцу, малоберцовую мышцу и заднюю группу мышц голени, это икроножные мышцы, которые все абсолютно крепятся в области пятки, в области, собственно говоря, стопы. Поэтому первое, что мы делаем, мы ставим ногу на резинку, натягиваем немножко резинку руками и делаем движение стопой. Повторяем это упражнение 10 раз и делаем таких 3 подхода. Второе упражнение, также стопой наступаем на резинку, а другой ногой наступаем на, прижимаем ее к полу и делаем движение в бок. Делаем это движение 10 раз и повторяем также 3 подхода. У нас работает наружная группа мышц голени. Третье упражнение. Здесь мы прорабатываем внутреннюю группу мышц голени, малоберцовую мышцу. Для этого также наступаем на резиночку, отводим руку в сторону и делаем движение уже внутрь. Также повторяем 10 раз и делаем 3 подхода. Упражнение делаем медленно, не спеша. Следующие упражнения будут направлены на укрепление стабилизаторов. Для этого мы встаем на одну ногу, чуть-чуть сгибаем вторую и наклоняемся вперед. При этом будем ощущать, как наша стопа, мелкие мышцы начинают вибрировать, мы начинаем удерживать баланс. Подержали 5 секунд в наклоне и немножечко отклоняемся назад, также сохраняя баланс. Делаем это упражнение 3 раза на одной ноге и 3 раза на другой. Следующее упражнение также на укрепление стабилизаторов. Встаем на одну ножку, но теперь мы делаем повороты на 30 градусов в одну сторону с фиксацией примерно 7 секунд и 30 градусов в другую сторону. Также вы будете ощущать, как работает свод стопы, как работают мышцы вокруг голени для того, чтобы удерживать этот баланс. Фиксируем по 7 секунд в каждую сторону и делаем по 5 раз. Обязательно делаем все упражнения для двух ног. Делаем упражнения не только на той стороне, где болит пятка, но и на здоровой стороне. И следующее упражнение направлено на укрепление других стабилизаторов в области голеностопного сустава. Для этого мы встаем также на одну ножку и делаем наклон влево, отводим в сторону правую ногу. И делаем наклон вправо, отводя правую ногу уже в левую сторону. Удерживаем 5 секунд и повторяем это упражнение 3 раза и делаем 3 подхода. Этот комплекс упражнений поможет очень быстро справиться с пяточной шпорой или если у вас, например, болит голеностопный сустав. Также сустав будет быстро разгружаться и восстанавливаться. Важно, во время выполнения этих упражнений вы не должны испытывать никаких болей. Если вы делаете упражнение и чувствуете, что очень больно, упражнение делать не нужно. С вами был доктор Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, как заботиться о своем здоровье, чтобы оставаться активным долгие годы.